Здравствуйте, друзья! Наконец-то сбылась моя мечта. Маленькая, но все-таки. Купила себе вакууматор. Очень нужная, как считаю, вещь в хозяйстве. И вот сейчас сделаю небольшой такой обзор. Только приехали с новой почты. Вот, там я его включила, проверила. Так, с вакууматором у меня шли пакетики, 10 штук. Вот. Сейчас я его достану, потому что у меня, к сожалению, нет штатива, и продолжу обзор. Так, вот он сам вакууматор, и к нему прилагаются две такие книжечки. Значит, руководство по использованию и гарантийный талон. Ну и чек, соответственно. Вот такой. Значит, что по характеристикам? Одно из таких важных критерий при выборе было, что заявленная мощность 12 литров в минуту. Поэтому как бы был 8 литров в минуту, это 12. Я думаю, что он будет быстрее работать. Ну, сейчас попробую завакуумировать свои сухофрукты, которые я не сделала. Это груши и яблочки. Пока так. Я думала, как мне их сохранить, чтобы не завелась никакая мушка. Пакеты, конечно, я посмотрела на рынке у нас, вот, который обзор недавно делала. Пакеты от 4, 6, 8 и 10 гривен пакетик. Поэтому решила попробую заказать на AliExpress. Вот, а сейчас испробую, испытаю те пакеты, которые пришли с вакууматором. Значит, два вида пакетов. Первый большой, это 39 на 28. И 28 на 22. Вот в этот большой пакет 39 на 28 у меня вместилось килограмм сухофруктов. Так, поставила пакет. Вроде бы прижала сильно. И надо нажать вот эту кнопку. Довольно сильно надо нажимать вот здесь с краю, чтобы защелкнулась. Именно вот здесь, с краю. Ну и потом включаем вот эту вот кнопочку. И начинается вакуумирование. Вот. Я уже провакуумировала. Не могу снимать и делать. И вот такая вот у меня, такой вот пакетик получился. Как видите, завакуумировала довольно-таки плотно. То есть тут никакого воздуха, ничего нет. Ну, не написано, понятное дело, сколько должно храниться такой пакет с сухофруктами. Но сухой продукт, чай, написано, может от 5 месяцев до года, например. Будем надеяться, что и здесь у меня все будет отличненько. Но меня это очень порадовало, потому что я надеюсь, что здесь не заведется никакая мошка, ничего, и будет храниться до зимы. Очень даже хорошо. Вот такой вакууматор. Надо еще много пробовать, как он будет себя вести. Немножко, конечно, непривычно, что надо вот здесь очень сильно надавить, чтобы закрыть этот вакууматор. Ну вот, подписала, теперь оставлю на хранение. Показываю свой дегидратор. Вот сделала пастилу из абрикосы. Тут немножко было у меня. Насушила яблок и груш. И сегодня купила
Вакууматор буду пробовать, вакуумировать. Первый опыт.